Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все твои мечты и желания сбудутся. Ох, вот эта и погодка сегодня прохладная. Как-то я легко оделся. Ой, что-то зябну, мерзну. Надо было потеплее. Ой, это что, Андрюха там с девчонкой, что ли? Нифига себе, какой крутой. Подружку нашел. Мексиканку какую-то. Или итальянку, итальянский ресторан. Здорово, Андрюха. Димон, не мешай. Прикольное получилось свидание. Мне очень понравилось. Надеюсь, мы еще встретимся. Да, Алина? Ну да, мне понравилось. Ну все, давай, пока. Давай, пока. Рад был повстречаться. Эй, ё-моё, ты че, шарлатан? Ты где подружку нашел? Как она вообще с таким тобой это гулять пошла? В смысле? Я вообще-то крутой парень, че не видишь? Ну повернись. Я в интернете познакомился. Да, крутой парень. Конечно, имидж у тебя еще куда ни шло. В интернете познакомился? Ну да, в интернете крутяк. Слышал, ей походу понравилось. Ты мне чуть это, малину всю не испортил, Димон. Че полез-то, а? Да я как увидел тебя с девчонкой, аж офигел. Первый раз тебя вообще с девочкой вижу. Я думал, ты того, чучу. Так, так, тихо, тихо, не надо про это. Все нормально со мной. Че, может быть, погуляем тогда, раз такое дело? Ну пойдем погуляем, все равно мне больше делать нечего, я один. У меня подружки нету, как у тебя. Так а че ты не заведешь себе подругу, не познакомишься в интернете? Можно вот на улице тоже познакомиться, к любой девочке подойти. Ну на улице, конечно, получше, а в интернете я слышал, что одни фрики знакомятся. В смысле, ну я же нормальный, Димон. Ну вот я и говорю. И вот такие вот в красных пиджаках, вот таких, как у тебя. А чё тебе не нравится в моем пиджаке? Ну это не пиджак, у тебя этот, комбинезон вот этот красный. Как это утка ходишь, худи. Понятно. А ты утка, блин. Ладно, пойдем погуляем, Андрюх. Все это баловство, вот эти девчонки, интернет. Это там Бобби стоит. Подожди, не понял. Это там Бобби стоит, тоже девчонка, что ли? Погоди, погоди, реально с девчонкой. Нифига. Бобян! 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 Здорово! Сейчас, здорово. Милан, подожди. Че вы там стоите? Иди сюда. Здорово! Пойдем погуляем! Вон, с девчонкой стоишь. Нифига себе, ты крутой. Ну да, я как раз все с ней прощался. Погнали, можно, в принципе, погулять, погудеть. Пойдемте погуляем. А ты, Бобян, где со своей девчонкой познакомился? Да на улице. На улице? Да. Нормально, как настоящий пацан. Прикольно. Слушай, Бобян, а что у тебя с лицом? А что у меня с лицом? Ну что-то у тебя, ты поплыл куда-то. Поплыл, поехал. Нормально все у тебя? Наверное, от счастья. От счастья? Ну да. Понятно. А мне Андрюха предлагает в интернете с кем-нибудь познакомиться, так как у меня подружки нет. Че думаешь? А, ты же себя без подружки хочешь. Слушай, ну давай, почему бы и нет? В интернете, да. Ты, Андрюх, мне сайт скинешь, где знакомиться? Ну да, могу скинуть тебе. Куда себя скидывать? На телефон. Ну давай на телефон. Ага, скинь, я потом посмотрю. Ладно, пойдемте погуляем. Попробуй, может, тоже с кем-нибудь познакомиться. А то я вон без девчонки остался. Моя-то это утонула. Утонула? Да, девчонка утонула моя. Офигеть. Да, мы отдыхали на шашлыки, и она говорит, ну пойдем вечерком с тобой погуляем на закате. Я говорю, хорошо. Она говорит, ну я пойду только искупаюсь. И утонула. О, блин. Соболезную. Да, так что я уже 4 года не могу никого найти. Ну попробуй в интернете. Попробуй, конечно. Вот это, конечно, Андрюха мне хороший сайт знакомств посоветовал. Отличное приложение. И че я раньше там не сидел? Вообще здорово. Нашел сразу девчонку. Целый час пообщался. И уже договорились встретиться с ней в кино сегодня вечером. Надеюсь, она меня не обманывает и такая же красивая, как и на фотографиях, в объявлении, в сайте знакомств. Вот это, конечно, прикольно. И че я раньше, дурак, не сидел на этих сайтах? Сейчас бы уже давно с девчонкой дружил. Так, самое главное, чтобы хватило денег на билеты. Это очень важно. А то если она увидит, что мне даже денег на билеты с попкорном не хватит, она сразу, наверное, от меня уйдет. Так, а где продавец? А чё это, может, фильм уже начался? Может, она уже сама билеты купила? Блин-блински, некрасиво получится, если я опоздал. Ё-моё. Вот это кровь, а где все люди? А вот и она, Люся. И выглядит примерно так же, только там она выглядела как-то по-доброму. Люся!
А чё, у неё ножи какие-то и всё в крови? Ё-моё, Люся! Блин-блински, это чё за фигня? Она меня сейчас убьёт, что ли? Походу, я попался на разводку какую-то. Чё это за монстр такой? Блин-блински, надо сваливать отсюда, из этого кинотеатра. Ё-моё, пусть там она и стоит. Вот это, блин, капец. Чё за фигня такая? Вот, как знал, нельзя доверять этим сайтам знакомств, всяким приложениям. Надо домой бежать, пока она меня ножами этими не порезала. Ёкерный бабай! Ой, слава богу, я дома. Это вообще ужас какой-то. Больше не буду я знакомиться ни с кем на сайтах знакомств. Как знал, что это все разводка, и она меня вообще чуть не убила. Я еле вообще живой оттуда вернулся. Но вроде как она отвалилась от меня, вроде отстала, нету ее. Фух, слава богу, я дома, в защищенном районе, сюда никто не пройдет и не проникнет. Дома я в безопасности, хороший дом построили мои родители, целый бункер, а не дом. Фух, вот это, конечно, ужас. Больше не буду я знакомиться ни с какими девчонками. Если жить хочешь, лучше одному жить, не связываться с этими девчонками. Ой, ладно, лучше перекусить, наверное, а то что-то я перевозбудился, утомился, чуть не обкакался, паническую атаку словил. Так, конечно, у нее два ножа острых, она там всех в кинотеатре поубивала. Всех там чуть не это, и меня там чуть не убило. Ой, ладно, все, успокоился, дома безопасно, можно и спать пойти. Отдохнуть, почилить, завтра утром встану, с пацанами свяжусь, расскажу им эту историю, будет вообще... Такая смешная. Не понял. А что она делает в моей спальне? Что она здесь забыла? Как она сюда проникла? Что за чертовщина? Эй, проваливай давай отсюда! Это моя спальня! А ну иди отсюда! Как она проникла в наш особняк? Как она прошла сюда? Она же здесь не могла пройти, тут же все закрыто. Эй, проваливай давай, я кому говорю, это мой дом! Иди нафиг отсюда! Сваливай давай! Вот блин-блински! Чё ж мне делать-то? Как мне спрятаться? Куда бежать? Иди отсюда, кому говорят! Иди отсюда! Дурацкая Люся! Блин, она меня сейчас уничтожит! Она меня вообще сейчас убьет, блин-блинский! Проваливай давай! Получай, дурицкая! Получай вот так! Может здесь спрятаться? Ай-яй-яй! В подвал надо идти! В подвале надо прятаться! Вроде как нету ее. Блин, надо срочно спрятаться вот здесь под лестницу! Тут она меня не найдет. Надо как-то из дома сваливать. В подвале тоже не вариант, все равно. Она рано или поздно сюда спустится и найдет меня. Эта проклятая девчонка, она уже здесь! Ё-моё, это что за ужас такой? Вот это да, как это возможно? Это жуткая девушка у меня в доме, закрывая двери, надо сваливать. Надо уходить, я запер в подвале, она не выйдет оттуда. Надо убегать, надо убегать, надо убегать отсюда. Надо уходить из этого проклятого дома. Пацаны? Димон, а ты чё такой взволнованный? Вы что тут делаете? Вы что забыли? Бежим отсюда! Чё бежим! Бежим! Куда бежать-то? Надо уходить! Что вы тут делаете? Димон, так мы пришли узнать, как ты там девчонку-то нашел, погулять, может, с тобой вечерком, а? Ты со своими сайтами ко мне вообще не подходи! Бабян, я пришел на свидание, а там вместо милой Люси... Там какая-то страшная девчонка с двумя ножами мачете убила всех в кинотеатре, побежала за мной! Потом я от нее оторвался, прихожу домой, помылся там, умылся, поел, захожу в спальню, а она там. Как начала она меня опять с этими ножами, я в подвал спустился и закрыл ее в подвале, и еле из дома выбежал. Да ну нафиг. Да, это вот так, конечно, вот так на свидание сходил, это все ты виноват со своими сайтами, знакомствами, всякими этими приложениями. Ну стойте, стойте, мужики, ладно, Диман, не обижайся на него, ну не повезло тебе с девчонкой, повезет в следующий раз. Погнали по кофейку попьем. По какому кофейку? Так это что ты, Димон, фильм какой-то пересмотрел? Давай расслабься! Какой фильм? Ты мне не веришь? Пошли! Я не верю тебе! Раз жить не хочешь? Пойдем, я покажу тебе! Пойдем, я покажу вам, она у меня в подвале сидит! Давайте, давайте, я вам сейчас покажу! Какая-то боевая Люся с ножами! Спасательный круг, небось, сидит какой-то! Зря вы так смеетесь, парни, зря вы хрюкаете! Лучше вот, заходите, смотрите, идите сами в подвал. Первый вы, идите вон в подвал ко мне. Слева дверь. Окей, окей. Слева дверь, заходи. Заходи, Бобис, не веришь? Ты иди за ним, Андрей. Вообще, дай свет включу. Иди, иди. Ё-моё, Андрей, убеги. Ага. А я говорил, я говорил вам. Парни, парни, у моего бати нычка есть, давайте сюда, давайте за пушками. Давай, блин. Сейчас пушки возьмем. Дверь только закрой. Андрюха, забежи, дверь закрой.
Все, дверь закрыл. Смотрите, заходите сюда. Ах, вот это заходите сюда, парни. Здесь нычка. Тут вон патроны берите. Вот здесь патроны. А там вон пушки дальше лежат. И оружие возьмите, мы ее сейчас застрелим. Это мне нравится. Эту жуткую девушку. Вот, берите, парни, пушки. Вот, нычка, не зря пригодилась. Парни, она вон сидит там. Че, идем уничтожать ее? Ну, погнали. Она ждет, слушайте, походу выбора нет. Надо ее застрелить как-то. Она преследует меня, она не отстает от меня. Давайте застрелим, патрончики побольше возьмите. Вот, кому оставили? Да, я взял. Бери, бери еще, а. Ты ей, походу, очень сильно понравился. Ты че, больной, она меня убить хочет, Андрюха, убить. Выходите быстрее. Выходите, ну, я закрою. Говорится, бьет, значит, любит, Димон. Я это в интернете читал и в книжках. Да я тебе больше не доверяю после твоего совета с этими сайтами. Ну чё, парни, давайте лучше ее зафигарим. Давайте. Прыгаем давай, сверху. Братва, погнали. Нафиг. Давай, ну, уничтожай, стреляй. Блин, как с этого оружия вообще стрелять? У меня отдача такая, мне так больно, парни. Больно, блин. Ёкерный бабай. Давай, давай, тулим, пацаны, братцы, кролики. Очень страшно с этими ножами. Да, я же говорил, что она с ножами, а вы мне не верили. Вы мне не верили, что она убить хочет, а она хочет убить. Верим, Димон, капец, надо походу сваливать отсюда как-то. Выходите, парни, выходите. Ё-моё, она там вон в ворота долбится. Парни, пусть ворота долбятся, а мы просто убежим, пока она там долбится. Надо сваливать, мужики, да, надо сваливать. Так, бежим прямо, давайте. Давайте, все, давайте, вперед. Не будем сворачивать. Дадим, может, какую-нибудь помощь, а? Не знаю, где мы какую помощь сможем найти, а, братва? А? Все спят, ну, блин. А почему, что, все спят, что ли, или что? Ну, походу, все спят, парни. Капец, ни души на улице нет. Да, о, смотрите, тут вон машина есть. Опа, мужики, слышите? Побян, а ну, пристрели его, машину заберем. Ё-моё, нифига он живучий. Да. Все, мужики. Все, поехали, пока она не догнала нас. Не. На ходу, конечно. Все, сваливаем, парни, пока она там за воротами у меня. Крутяк, давай, куда подальше. Только мне кажется, она не отстанет от меня. Она преследует меня постоянно. Угу. Ну, надо дальше ехать. Или как-то найти способ ее убить. Ой, доехать бы. Да доедем, чё ты, не доверяешь? Ну, блин, не знаю. Газуй. Смотрите, парни, как уже стемнело. И бензин заканчивается. Давайте ее тут на заправке полный бак заправим и дальше поедем. О, отличная идея, реально. Ага. Согласен. Какой бензин нужен, Бабян? Сотый, 98-й, чи какой, не понял. Ну, вообще 86-й, но если его нет, то 92-й тоже подойдет. Нормально будет. Ну, ладно, давайте заправимся. Здравствуйте, нам полный бак. Здравствуйте. Что-то пусто, что-то... мужики, никого нет. Есть? Не знаю, никого нет. Я сейчас попробую, парни, тут сам это включить. Может, пойдет заправка? Бабян, ты там стой, если что, проверять будешь. Иди туда. А, сейчас проверю. Скажешь, пошла, не пошла. Ага. Нажимай там на цифры кинь. Ну-ка, ща. Пошла, Бабян? Да, мужики, о, вроде... О, мужики. Нормуль. Че, Бабян? Мужики. Че? Там это пришла. Ё-моё, пришла, что ли? Ё-моё. Капец. Парни, заправку надо ждать, пока заправится бенз. Она что-то там ходит, слушайте. Я не знаю, братва. Офигеть, 14 долларов стоит! Да стреляйте по ней уже, парни! Гасите. Стреляйте по ней, блин, давай, тули ее! Ёкерный бабай! Пока машина заправится! Парни, машина заправляется, она вон ее ломает, эту машину! Не надо! Мужики, она ломает тачку, она не хочет, чтобы мы уехали! Вонючка, блин! Давай, тули, стреляй по ней, парни, стреляй по ней! Гадина! А чё, она, блин, умрет или нет, из чего она сейчас сделана? Сейчас отъехать попробую! Давай, аккуратно! Гори! Машина горит! Все, никуда не уедем! Парни, никуда не уедем! Бежим давайте! Бежим, братва! Бежим! Куда бежать? Я не знаю, здесь полиция, трупы какие-то! Господи! Что здесь вообще было? Камеры! Вот, дверь какая-то, парни, давайте сюда! Мужики, заходите! Капец! Отстреливаемся! Закрывай! Фу, блин! Очень страшно! Тут вон тоже машина, парни! Да блин, она не на ходу вообще! На ней не уедем! А что там за спуск сзади? Давайте позыкаем, пойдем, парни. Быстрее, пока она не прорвалась сюда, быстрее. Давай. Что здесь такое вообще? Какой-то бункер, что ли? О, смотрите, тут рубильник, походу. Ты что-то открыл? Ё-моё. Бункер какой-то. Офигеть, это что, какая-то лаборатория, что ли? Куда мы вообще попали? А там же на выходе хаммеры военные стояли. Может, это какой-то секретный объект? Может быть. Короче, нас либо девчонка это убьет, либо военный за то, что мы проникли незаконно в секретный объект. Ну тут вроде все заброшено. Чё ты сидишь? Чё ты, ненормальный что ли? Бабян, чё ты пугаешь, больной? И так много ужасов в мире происходит.
Да ладно, мужики. Да. Очкуйте. Ой, блин, куда мы идем вообще, парни? Вот тут кнопка зеленая горит. Ух ты. О-о-о. Это тут ядерное оружие может испытывать аж реактор атомный. Кстати, да, возможно. Офигеть, тут же радиация, только это невозможно, там, это и есть. Давайте кнопку нажмем какую-нибудь, парни. Не нажимай, Бабян, сейчас рванет что-нибудь, этот атомный реактор взорвется, ну и ладно. Все. И кранты. В туалет надо кому? Не, мне не надо. Блин. Что, но... Может, какой-нибудь другой выход есть? О, вот тут вот какой-то выход, наверх. Или мы что, круг сделали? А мы здесь были, да. А, мы круг сделали. А ты где? Мы дальше пошли. Вон я потерялся, помоги. Да вот сзади. А мы здесь уже, чё кричишь? Страшно очень. Здесь что, давай зайдем. Тут ты ничего. Ё-моё, парни. Капец, здесь много тут входов и выходов. Блин. Парни! Чё? Смотрите. О, это чё, пулеметы что ли? Походу, да. Может, возьмем их, а? Ну, давайте. Ну, давайте, они потяжелее будут, чем наши пукалки. Ага, жесткие настоящие пулеметы. И надо, наверное, парни, сваливать из этого места, пока военные не пришли. Ой. И не убили нас. Смотрите, парни, тут написано... Инфекции какие-то разрабатывали. Только для персонала. Давайте посмотрим, парни. Откройте дверь, посмотрим, что там. Да закрыто, ё-моё. А, надо закрыто? Выламывать, наверное. Может, выломаем как-то, глянем, что там? Ну, давай. О. Ё-моё, братва. Там что-то куча мертвых. Ну нафиг, давайте назад, парни. Офигеть. А давайте назад. Какая-то инфекция, наверное. Уходите, уходите, закрывайте это. Сваливаем, парни, уходим просто отсюда. Давайте, давайте. Парни, она уже здесь, она сидит. Разрываю! Стреляй! Она сидит! Давайте, стреляем с пулемета по ней, парни! Хорошо. Стреляем! Пошла вон отсюда! Вонючка! Гасите, гасите, парни, ее гасите! Парни, приближаюсь! Все! Нифига себе, не ее застрелили! Подождите! Мы ее убили, парни, все! Вот она умерла! Мы ее крякнули, парни! Фух, слава Давай, богу! Чтоб, наверняка! Чтоб я еще один раз на каких-то сайтах знакомств кому-то написал! Никогда. Не, ну у меня что нормально дело получилось, ты просто тебе что-то не повезло, походу. Да это тебе кажется, Андрюха. Это ты еще. Это. Хотя, может, и правда. Но лучше бы, Андрюха, я смотрел внимательно двумя глазами. Вдруг она рядом с тобой, милая, красивая, а сзади ножи точит. Ой. Может, все что угодно быть. Да, будь это начеку. Ну чё, парни, теперь надо валить отсюда. Уничтожил я эту Люсю. Все, удалю аккаунт на этих социальных сетях и не буду там ни с кем знакомиться. Да, правильно, Димон? Бабян? Найдем тебе лучше девчонку. Ты обращайся ко мне. Там у Миланы есть знакомая. Девчонка тоже хорошая, красивая. Ну познакомишься. Вот, познакомишь. Ага. Самое главное, Бабян, мне что, чтоб в шахматы играть умела, да в дурака подкидного. Ну, вот именно. Больше мне ничего не надо. Ну и добро. Все, сваливаем, парни. Поехали обратно домой. Подождите, положим, блин, в нычку пушки, чтобы батя не ругался. А на чем мы домой-то поймем? У нас машины нету. Точно. Пешком? Пешком, своим ходом тогда. Блин, я так не хочу пешком идти. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Ребята, обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего, всем огромное спасибо за просмотр, удачи, болите успехов, хорошего настроения и пока-пока. Всем братского сердца, дорогие друзья. Алло, чуваки.